Хорошо. Тебя еще смонтировать нужно. Подожди. Мила, что случилось? Ты чего плачешь? Котенок потерялся. Какой котенок? Малюсенький такой. Вот такой. Господи, какой ужас. А как он выглядит? Рыженький, с белой грудкой. Что же делать будем? Не знаю. Искать придется. Ну, ей надо помочь. Конечно, надо. Пойдем сейчас. А что случилось? Ребята, Миланин котенок пропал. Да, маленький такой, рыженький, с белой грудкой. Давайте его найдем, а то он совсем пропадет, не выживет. Ребята, давайте поможем. А где его искать-то? В каком месте он потерялся? Да не знаю я. Всему Ладожской придется. Ребят, давайте сделаем так. Мы с Васей пойдем к бочкам, а вы будете здесь искать. Мы еще на площади пойдем посмотрим. А мы на гору пойдем поищем. Ну что, побежали? Не плачь, Мила, найдем этого котенка. Кис. Кис. Эй, вы чего? Котенок маленький такой, рыженький. Помогите найти. Да, давайте поможем. Эй, пацаны, вы котеночка не видели? Какого котенка? Ну, маленького, рыженького. Нет, не видели. Парни, помогите котенка найти. Конечно. Давай, пошли. Ребята, вы здесь котенка не видели такого маленького рыжего? Нет, не видели. У нас котенок потерялся, помогите нам его найти. Хорошо, ребята, давайте поможем. Помогите, пожалуйста. Бежали. Кис. Так, значит, тут у нас административный корпус. Мы купили новую мебель, поменяли обои. Молодцы. В медпункте у нас новое оборудование, новая мебель. Все по последнему слову. Хорошо. Да, и вообще у нас дети в лагере очень спокойные, дисциплинированные, тихие. В лагере вообще полный порядок. Что здесь вообще происходит? У нас котенок пропал! Мы котенка ищем! Какого еще котенка? Маленький, рыженький, он пропал! Котенка? У нас же нет никакого котенка! И вправду, котенка-то нет! А кто вообще сказал про котенка? Милана, зачем нам вообще про него сказала? Ну да, нет никакого котенка. Мне надо было к грустной роли готовиться. Вот и представила, что котенок пропал. Ну ты даешь!